новый аккаунт на проекте SotsPublic. И что же здесь такого, ребят? Как же здесь зарабатывать? Нажимаем «Зарабатывать». Так, есть задание, есть посещение, письма и серфинг. Давайте сначала про серфинг поговорим. Есть, значит, у нас серфинг ручной, где доступно 19 сайтов для посещений. И есть, значит, автосерфинг, автоматический серфинг. Это классно для тех, кто зарабатывает. Просто нажал на кнопочку, и тебе, значит, денежка приходит. Но не все так радужно, ребята, какой рекламодатель, во-первых, захочет бот-просмотры. Да никакой рекламодатель. Вот вы бы, например, рекламировали свой сайт, вы сделали бы там рекламку, заплатили бы за нее деньги, посев, например, 1000 пользователей. Вам надо, чтобы 1000 реальных пользователей посмотрело и, например, там хотя бы 10 зарегистрировалось. Автопостинг, автосерфинг даст вам такую возможность? Да, конечно же, не даст. Эта реклама вообще никудышна. Поэтому кто будет заказывать такую рекламу? Только лишь те, кто хочет накрутить себе посещаемость на сайт. Это единственная целевая аудитория. Такой аудитории будет немного, так как те же самые посещения можно накрутить с помощью ботов. Зачем за это платить? Но это ладно, это отдельная история. В данный момент 8 сайтов. Можно посмотреть, как это происходит. Давайте сейчас я вам покажу. 100 с лишним секунд будет производиться просмотр, а потом, я так понимаю, в автоматическом режиме будет просматриваться все эти 8 сайтов. За каждый сайт мы получим где-то по, может быть, 5 копеек, по 6 копеек. Понятное дело, это серфинг. Это ручной серфинг. Когда мы нажмем «Начать выполнение», после 60 секунд просмотра сайта, нам нужно будет, наверное, капчу пройти. Так, далее письма. Значит, переходить на сайт, отвечать на вопросы, за это нам платят 7 копеек. Посещение, тот же самый серфинг, где нужно пройти на сайт, пару сделать кликов, и за это нам платят 6 копеек. Задание. Вот это самая интересная, конечно же, часть, самые дорогие задания здесь у нас. Задание все-таки есть. И сколько можно на этом заработать? Копейки. Сколько можно заработать копеек? Давайте посмотрим вот на примере одного из видосов. Сколько же реально можно заработать своими силами за один час на проекте soospublic.com? Парень целый час выполняет задание. Все, что он там находит подряд, зелененькие, не зелененькие, все он выполняет. И по итогу за один час работы парень получает 30-40 рублей. Тоже букасара дать, а ну хули так мало? Так, я все почитал. За один час работы на проекте soospublic.com я выполнил 57 заданий общей стоимостью 31 рубль 55 копеек. Есть также парни, которые говорят то, что можно выполнить 3 там задания, там, либо одно задание, которое даст тебе аж сверху 500 рублей. 150, 200 рублей нам дадут за одно лишь задание. За какое задание? Давайте посмотрим, давайте поглядим, значит, какие задания. Сегодня у нас с вами речь пойдет о проекте SotsPublic и как можно на таком проекте заработать за одно задание, буквально за один час, порядка 400 с лишним рублей. И, соответственно, в чем заключалась суть задания? Зарегистрироваться в казино, внести туда депозит 400 рублей. Я понимал, что рисков абсолютно никаких нету. То есть за выполнение задания я получу 350 рублей. Вложу 400 рублей. На все эти 400 рублей мне играть... Легкое задание у нас за 150 рублей с маркировкой 18+. Предлагаю оформить вам дебетовую карту Тинькофф банка, которая стоит у нас 300 рублей, да? Да, вот новую карту 300 рублей, и вы получите за это 150 рублей. Итого, вам просто скидочка была, значит, 150 рублей. Вот такие есть смешные задания. Из SEO-сайтов по заработку SotsPublic один из топовых сайтов, где можно заработать. Здесь действительно можно зарабатывать свои копейки. Но копейки, ребят. Единственный перспективный заработок на SotsPublic — это привлечение рефералов. Реферальная система здесь очень хорошая. Есть биржа рефералов, как и на SEO-спринт. Здесь вы можете набирать рефералов, продавать рефералов и покупать рефералов. Соответственно, чем активнее будет реферал, чем больше он будет выполнять заданий,
тем вам лучше. Что-то другое, возможно, я просто не знаю. Возможно, знаете вы. Пишите в комментарии ваш опыт работы на соцпаблике. Может быть, есть какие-то действительно интересные стратегии. На сегодня я предлагаю вам зарабатывать на соцпаблике, привлекая рефералов. Искать рефералов. Каким способом? Это, конечно же, у каждого способы свои. Данное видео посвящаю проекту соцпаблик.ком, а именно я хочу вам рассказать о том, чего я смог достичь здесь за один год работы. То есть я смог заработать за один год 23 тысячи рублей, при этом я не вложил ни одной копейки. Как вы можете увидеть сами, на данном проекте я очень мало работал, а я больше упор сделал на привлечение рефералов, которые мне и принесли большую часть от этой суммы. Было бы классно, ребят, если бы мы нажали на кнопочку и деньги бы нам потихонечку капали на счет. На соцпаблике есть, конечно же, автосерфинг. А если что-то поинтереснее? И есть, ребята, действительно есть. SEO спринт. Выполнение заданий. YouTube. По рейтингу. Самое крутое задание, значит, по рейтингу на SEO спринт на YouTube. 500 баллов, ютубер. Где нас, значит, попросят зайти, зарегистрироваться на сайте ютубер, реф ссылка пацана, где будет написано, что очень просто зарегистрироваться, нажать на кнопочку и заработать там несколько сотен поинтов, которые вы потом можете продать этому же парню в это же задание за 5 рублей. За 5 рублей. В предыдущем видео, которое я загрузил на канал, я говорил о том, что есть такой сайт, где youtuber.ru. Здесь можно как заработать, так и получить первые просмотры. Именно в этом задании говорится о том, что мы, значит, можем заработать несколько сотен поинтов легко и просто. И это действительно так. Легко и просто можно зарабатывать. Но цена на самом деле не 5 рублей за 500 поинтов. Цена намного выше. 750 поинтов на сайте стоит 100 рублей. Если мы можем заработать на просто на автокликинге, да, просто нажимаем, нам накручиваются поинты, за нас, значит, программа выполняет задание. 1000 поинтов мы получаем в день с одного аккаунта. А если их будет больше? Вот эта вот кнопочка как раз таки и означает наш заработок. Все, что нужно, это иметь аккаунты, левые аккаунты на YouTube, которые будут как раз таки работать. А насчет того, что можно там целую кучу аккаунтов сделать, запускать клиента через них, через эту кучу аккаунтов, возможно это или нет, мы проверим обязательно в следующих видео. Скажу вам только одно. С одного аккаунта бот вам может приносить поинты, приносить кучу поинтов. Вы можете как их продавать, так и накручивать себе просмотры. Даже если мы будем продавать 1000 поинтов за 50 рублей, мы заработаем намного больше. Если мы будем сидеть в соцпаблике и выполнять там 1000 заданий, получая 30 рублей в час, на соцпаблике будем это все выполнять, мы конкретно, да, заебемся. А здесь мы просто нажмем на кнопочку и заработаем свои поинты. Почему в прошлом даже видео я говорил, это перспективный сайт. Это перспективный сайт, как получать просмотры, так и зарабатывать. Это действительно так. Так давайте просто зайдем, нажмем на кнопку и заработаем. В чем проблема? Нафига нам сидеть здесь? Нафига нам кликать? По итогу, ребят, по итогу. Также вы можете быть и рефоводом, также можете создавать такие же задания, также на соцпаблике, на SEO спринт. На них лучше не зарабатывать, выполняя задания, а зарабатывать, размещая задания. Я обязательно найду, кстати, эту информацию, обязательно найду какую-то стратежку и обязательно загружу ее на канал Жажды, потому что нужно именно зарабатывать, а не вкалывать за копейки. Я и сам снимал видос про соцпаблик, говорил о том, что да, здесь можно заработать, выполняя задания. И это действительно так. Можно заработать, выполняя задания. Заработать копейки. Так и есть. Раз я рассматриваю соцпаблик, и я искал много видео, я просмотрел кучу информации, прочитал кучу форумов, кучу стратегий, и действительно не нашел того
способа, чтобы здесь действительно нормально заработать, хоть какие-то там средние денежки. Крутой способ, который я вам предлагаю, это зарабатывать, значит, поинты. Можно реализовывать поинты также в соцпаблике, можно реализовывать их на SEO Sprint, ссылки под видео. Зарабатывайте поинты, конечно же, все вообще ссылочки под видео, ребят. Если ты согласен со мной, то поставь лайк, подписывайся на канал, потому что мы будем разбирать еще больше сайтов по заработку, будем делать еще больше интересных шоу. У тебя тоже есть какие-то интересные идеи по заработку, то пиши в комментарии обязательно, пиши мне ВКонтакте, ссылка под видео также есть. Вот и все, ребят, впереди еще больше нового и интересного. Пока!